Всем привет! Вы на канале Мист Эмпоя, и мы продолжаем... от МРПГ Апокалипсис. Не помню, на чем мы остановились, честно. А, краснознаменом. Мы взяли задание на доставку какого-то... Точнее, на находку какого-то щита и доставку его в... Не бордель, а в... Как это? В казино или какой-то... Ну, в казино. Нет, не бар, это больше казино все-таки. Короче... В игральный дом Краснознаменного. Погнали тогда, чтобы у нас не было, не разнилось то, что вот мы ходим в никуда, не было таких. Давайте непосредственно сначала дойдем до Отрадного, поможем мужику, потом, если что, у нас есть задание на цирк. Пока что мы просто будем вот ходить по побочкам, которые избегают какой-либо боевки. Хотя, мне кажется, боевка здесь в каждом задании есть. Так я и не посмотрел, правда, где находится этот Жиренко. Ну вот, я уже даже, заметьте, я уже даже запомнил его фамилию. Ну вот. Сейчас идем тогда до этого. С ломкой нам ничего пока не поможет. Так мы и будем с ней ходить. По крайней мере, в ближайшее время. Я не знаю, есть ли смысл тратить просто 2500. Это очень дофига. Может, я этот апоморфин где-нибудь найду. Может быть, с кого-нибудь заберу. Ну, потому что, ну, 2500, блин, отдавать. У меня еще Фидель ходит без оружия. Нам бы еще Фиделю оружие. Да и я бы не отказался. Еще от какого-нибудь. Хотя я с этим-то управиться не могу. Плюс, опять же, теперь-то мы уже по-любому прокачались в автоматическое. Так что... У нас вариантов уже перекачаться нету. Нет, конечно, в принципе, есть вроде как, но это будет уже нечестно. И немного по-читерски. Давайте, кстати, зайдем, что вот здесь вот еще пройти мимо. У сталкеров все равно редко что бывает хорошее. Вот здесь тоже какая-то локация. Давайте зайдем, посмотрим, что это за локация такая. Так, это место ДТП. А мы что, сотрудники ГИБДД, что ли? Москвич. Москвич? Это Москвич, 412 вроде как. Да, еще крылья. Острые. Взято металлолом. И чего? Это другой Москвич, да? Да. Был только не 412, а более поздняя модель. Я на таком даже ездил. Где уже не задница вот этих остриев нет. Крылья не вынесены остро, а он более круглый. Ну вот. Я на таком ездил. И тоже зеленый, кстати, был. Ой, бы вы делали. Это лет 20 назад было. Даже больше, наверное. Не, около 20. Так, мы сейчас дуем в Отрадное. Не путаемся. Надо периодически сохраняться, а то на нас нападут, нас убьют и придется идти все по новой. Караваны встречаем. У караванов иногда бывает что-то интересное. Хотя, что смысл, у нас денег нету, но... Не знаю, я могу охрану каравана? Хотя, какого нафиг охрану каравана? Я с пауком не могу справиться. Показывай свое добро. Добро у тебя так себе, если честно. Больше я встречаю караваны в надежде то, что будет пещерка какая-нибудь. И в ней будет какой-нибудь лут. Потому что иногда в пещерах очень хороший лут бывает. Ну, например, там тот же шприц с лекарством можно найти. Что тоже достаточно уже хорошо. Вроде бы мы купили вон этот шприц, он стоит как 50 рублей. Но, опять же, с учетом, когда у нас всего их 600, полтинник это тоже достаточная такая... Давайте встречать сталкеров тоже. У сталкера же тоже бывает пещера. Я сейчас только вспомнил. Что у вас хорошего? Да ничего. Дикарский щит еще один. Да у меня такой уже есть. Косяк. Минус внимание. Да нафиг оно надо, минус внимание. Эффект минус внимание, минус интеллект. Патронов у тебя купить. 5,45.
Что у нас по патронам? 5,45. 5 штучек у нас. Здесь 9 патронов есть. Патроны просто... Здесь 41 патрон, а я их еще пока даже никуда не трачу, да? Давайте до полтинника. Я куплю просто потому, что у меня будет их уже равное количество. Я отдам тебе металлолом, я отдам тебе... Так, сколько у нас здесь? 14. Значит, я отдам тебе 8 отсюда. 64 рубля. Рубль мне отдал быстро? Быстро рубль дал? Сделка. Не знаю, выгодно ли покупать... патроны, кстати, мы так задание не сдали. Как это? Конечные пути или как-то так. Короче, где Аленка? Мы таблетки там не отдали. Вот это плохо. То, что я так и не дождался. Я же в прошлой серии начал с этого, но ушел оттуда, потому что было слишком рано. И она спала. Кому нужны эти таблетки? А сейчас как бы мне теперь... До туда дойти, чтобы сдать. Ладно, давайте с отрадного начнем. Я, правда, не представляю, как я должен найти этот щит. То есть, ну, я теперь у меня у кого-то диалог откроется или что? Секунду, у меня ломка прошла. Ломка сама прошла, прикиньте. Ёкарный бабай. Все-таки, значит, проходит она сама, я уже боялся. Я и знал то, что, ну, должна она пройти. Так, я планирую. Поискать мне уже... Поиски лучше означает с отрадного. Я в отрадном, правильно? Правильно. С отрадного. Давайте со всеми говорить. Я другого. Ну, будем говорить чисто, если есть какие-то новые диалоги. Нету никаких новых диалогов. Ну, понятно. Может, у тебя, дед... Так. Какие слухи? Да я и не слушаю теперь, о чем народ худит. Что мне что? Одни расстройства. Так кого убили, ждешь, кого прирезали, за городом вообще целый колхоз подожгли. Какие ворота? Так, ладно. У тебя, значит, ничего. Может, у вас этот щит, а? Вы на свою харчевню повесили? Хотел узнать, как тебе книжка. Да знаешь, я по рассказам чего-то другого ожидал. Там, короче, пятеро корешей, инженер, физик, химик, кибернетик. Эта пятерка изучает древнюю находку и все такое. Некий артефакт под названием кольцо. В прошлом, где группа каких-то мужчин в коротких штанишках тащит... Ну, это понятно. Да ладно. Я даже не пойму, откуда здесь начинать. Ну, пойдем по всем. Я не пойму просто, где его надо искать. Его просто там, ну, он у кого-то будет лежать в ящике или что? Просто я привык, что ну какой-то диалог должен вести к этому. Типа вот он вон там, он вон там, он, а пойти убей, либо принеси мне вот это, и я скажу, где он. Я надеюсь, ну, на такую цепочку квестов, а не на такую, то, что лучше начать с отрадного. Ну, я начну с отрадного. Что, мне просто все отрадное, все ящики перерыть? Поднимайся давай. Да, работа, работа. Почему отличается, как здесь выглядит и как здесь? Да нет, тут только слухи стандартные, 4 вопроса. Давайте в мегпункт зайдем. Фидель, не мешайся под ногами. Может, у тебя, кстати, у него дешевле. Там был 51 рубль, здесь 47. Надо запомнить, что в отрадном немного цены на лекарства ниже.
тебя наган появился. У тебя раньше только кустарная всякая хрень была. А тут, смотрите, наган появился. Кстати, мне кажется, у него патроны дешевле. Блин, а у тебя ящиков за спиной нету, да? Что у тебя тушенка есть? Ковалёв, не знаешь, у тебя тут в городишке щитка нету? Может, ты знаешь? Что охраняем? Городскую казну. Да понятно. Казну ты городскую. Так, здесь я был, здесь у механика спросить. Я вообще, у меня нету представлений, где я могу найти. Рубль кто-то выбросил. Нифига себе, тут вы расточительные. Так, я везде был. По домам я был везде. Со всеми поговорил. Ну, остался только один охранник, по идее, вот здесь. Если только у него какой-то диалог сменится. А, и один рыбак. И там в лесу стоит. Можете помочь чем? О, да, приятель, слушай. Было бы очень любезно с твоей стороны достать мне бутылочку пивка из харчевни. Только чтобы никто не видел. А то нам на вахте алкоголем баловаться нельзя, сам понимаешь. Так, ладно. У меня, я, кстати, наверное, все продал. У меня было. А, не, есть. Понятно, жадно выпивает. Три рубля, блин. Ну ладно, это хотя бы как помощь. Все такое. Так. Кстати, я тут кукурузу сажал, она взошла или нет? Или я ее уже собирал, я что-то не помню. Ну, для начала нужно его засеять. У меня были, я покупал кукурузные. Вот так, что ли, надо? Нужно ждать урожай. Ладно, урожай-то мы подождем. Ну, прям не то, что прямо здесь будем над ним стоять. Так, вот теперь я точно его засадил. Только вот надо это запомнить. Кстати, мухомор вырос по новой. А, то есть трупы так и валялись с прошлого раза, которые я не подобрал, да? Они так и лежат. И будут лежать до тех пор, пока я их не подберу. Это очень удобно, если честно. Тогда, значит, в трупах можно их как схроны использовать. Так, ну давайте сюда дойдем, потом дойдем до рыбака, но я больше даже и не знаю, куда дальше-то идти, где искать этот щит. Фотография в рамке. Надо, кстати, воды будет в бутылке понабрать. Сейчас. Здесь-то мы знаем, где колонка, ее даже искать не надо. Так, ну пойдемте до рыбака, вон мухоморы пособираем по пути. Можно будет Катюхе отнести, может она еще какую настойку сделает на них.
Где рыбак? Где рыбак? Ну, у рыбака навряд ли. Я честно, я в замешательстве. Я надеялся, как бы, ну, там, у деда, у кого-то в деревне, у то, что я узнаю про этот щит. А мне просто поиски лучше начать с отрадного. А в каком смысле поиски начать? Ну вот поискал я, ничего не нашел. Да нету ничего. Может, у вас надо было, блин, по бартеру почкаться, если только, я уже не знаю. Может, у вас он у кого-то якобы продается? Это еще что за шаманский круг непонятный? Я понимаю, что я делаю сейчас бесполезнейшую вещь, но другого я не вижу. Пробежаться везде на альте, посмотреть. С тобой еще. Ящик с инструментами, плюс 20 технологий. Хорошая вещь, можно было бы приобрести, если бы я собирался крафтом, конечно, заниматься. Так, давайте-ка это, где бутылки? Вообще, в каком они на будущее? В еде? Так, бутылка с водой, бутылка с водой. А где пустые бутылки? О, кстати, фляжку наполнить. Если что, себе попить. Потому что остальные бутылки-то я все равно чаще всего продаю. Так. Я точно подбирал пустые бутылки. Пустая пластмассовая. Вот. О, еще десяток. Сейчас, правда, перевес будет, но мы Фиделю передадим, он пусть таскает. Если что, потом продадим. И вроде бы лучше продавать ее караваном. Они дороже берут, ну, то есть им найти в пустошах воду труднее. И она у них, наверное, должна больше цениться. Так, Фидель, ну-ка, на-ка тебе водички. И на тебе еще водички. Вот так вот. Кто захотел, я думаю, почитали. Мы 38 опыта получили, да и ладно. Так, это кассеты. Здесь больше ничего нету. Здесь я уже был. Это пачка соли, это дровина, дровина, дровина. Здесь ничего нету. Что это там такое? На дровину не похоже. Или дровина все-таки? Гвозди. Просто там не видно было, что это точно. Так, в медпункте я ящики смотрел. Вроде бы смотрел. Смотрел. И один, и второй смотрел. Нет, ты уже ковырялась в грядках, я к тебе подходил. Так, сковородка, пустые бутылки. Можно было бы, конечно, собрать, убраться у них в баре, наполнить водой. Что, тоже все-таки это как-никак, да денежка.
Я сохранюсь, я хочу попытаться... А что, не прогрузилось? А, не, прогрузилось. Еще одно. Вы получили способность блатной жаргон. Вот, вот, кому надо, вот, читайте. Хотя, блин, тут я загораживаю. Ну ладно, там поймете. Я вот так вот отодвинусь. Вот так, чтобы было все видно. Те буквы, которые рамка загораживает, уже догадаетесь. Для особых. Чтобы вы могли поставить на паузу, я специально медленно листаю. Ой, что я сделал? Я как-то игру свернул. Но только сейф не открывается. Как бы вы ни мучились, но понятно, это мне уже писали также в комментариях, то что если как бы вы ни мучились, пишет, то его открыть будет нереально. Я просто... Блин, ну нету, я не знаю, с чего начать-то. Чё, обращаться в Википедию остается? Ну просто это, я ж не могу серию. Ну, ребят, ну все, я не нашел, мы пошли дальше. Просто где я что упустил? Я планирую помочь мужику, сидящему в плену, найти щит легендарного основателя города, графа Раевского. Поиски мне лучше начать в Отрадном. С кого, блядь, мне их начать? С чего мне их начать? Непонятно, я со всеми разговариваю. А, с Катюхой не говорил, вот. Единственное упущение. Я сама не знаю, сколько помню. Любопытно, ладно, это сколько грибов. Ну, давайте попробуем. И смотрит на вас со смесью насмешливости и любопытства. Вот оно как. И что в тебе такого особенного? Так, у меня только сила есть, больше ни черта нету. Хотя, мне кажется, интеллект тоже должен прокатить. Да. Вы осознаете, что вот так хвалить самим собой, это на самом деле не самое умное решение. Однако вы действительно смышленый малый. Плюс ко всему прочему, действительно уверены в своих умственных способностях. Видимо, это производит определенное впечатление. Девушка краснеет. Хм, но я даже не знаю, мне нужно подумать, а то... Небось, дуришь меня, я понимаю, в таком случае не буду тебя отвлекать. Так, ладно, мы начали с Катюхой заигрывать. Это все, конечно, интересно. Я просто спрашиваю о деревне. С деревни появился Яшинова. Он вообще очень во вкусе. Так, ладно, пойду я. Так, Катюх, у тебя в бартере там нету щита случайно? Нет, у тебя только духи «Красная Москва». Ребят, остается только смотреть эту... Еще раз, щит Раевского, Роевского. Я пошел смотреть.
Так, это как всегда, заняло не так много. Короче, как оказалось, я причем прямо, я не знаю, опять же, я, наверное, даже вырезать не буду, я одну минуту вырезать, 50 секунд, я тут быстро смотрел-то. Я даже не смотрел дальше, я понял то, что это все-таки та часть щита, которая у меня есть, она, ну, я уже думал, как бы, я сначала, когда, вы помните, я брал квест, я как бы и думал то, что у меня это и является данной частью щита. Ну так вот, вопрос в чем? То, что это он собирается из дофига кусков. Где-то здесь должен быть камень, там вообще есть более точное описание, со стороны вроде северных ворот, короче, ну я просто понял, что какие-то камни должны быть. Так, секунду, северные. Северные ворота это у нас те, по идее. А вот по фотографии он вроде бы где, как где-то вот здесь. Короче, там с главаря отморозков снять еще откуда-то. Так что все-таки мы по этому заданию не сможем сейчас пойти. Но я не вижу смысла. По Википедии идти это такое себе, если честно. Ну, это убивает геймплей. Я почему прям вот в крайних случаях обращаюсь туда, когда как бы я все, мои полномочия уже как бы это кончились. Остальное я стараюсь как бы найти сам. Ну вот, я из-за чего и не начал дальше смотреть. Я только что увидел, что одна в пещере. В пещере мы забрали ее. Она у нас есть. Одна с главаря отморозков и одна где-то здесь. Сколько их всего, черт его знает. Незакопанный гроб. Сейчас так, найдем ее здесь. И тогда мы пойдем в цирк разлучать парочку. Я просто подбегаю, чтобы на альте точно проверить. Вот издалека его и не увидишь. И вопрос, а каким образом я должен был его найти? То есть реально пробегать всю территорию, досконально изучить, получается? Наверное, если только так. Да, вот он. Видите, он, оказывается, даже этот камушек подсвечится даже издалека. Не надо это. Камень перед вами... Так, ну у меня силы хватает, как бы вы ни старались. Инициалы на камне выбиты со старанием, однако работа грубая, явно выполнена подручными средствами, неумелым камешком. Булыжник похож на своеобразное надгробие. Или скорее надгробную плиту. То, что кажется сложным одному, вполне под силу группе людей. Поднатужившись, вы вместе отодвигаете камень. А, ну это за счет того, что у меня есть Фидель. Не было бы Фиделя, а мне бы типа это, нифига. Журнал Бориса Свекулова. Сразу использую, сразу читаю. Я читать его, естественно, не буду. Я не настолько задрот, это я знаю. У меня есть друг, который все книжки в Моровинде прочитал. Прикиньте целеустремленность человека. Все книги прочитать в Моровинде. Я не знаю нахрена. Но самое главное, что люди старались, их писали. Так что это достойно уважения, как по мне. Да и вообще, когда вот здесь вот пишут какие-то литературу какую-то берут. Иногда, конечно, разработчики, я думаю, в нынешнее время. Раньше, может, кто-нибудь бы и писал. Сейчас они просто будут брать какие-нибудь малоизвестные рассказы, скорее всего, и просто публиковать их в играх себе. Ну, я бы так сделал, если бы я делал игру, и мне надо, например, ее чем-то наполнить, я бы брал какие-нибудь рассказы, ну вот, малоизвестных. Запрашивал бы у них разрешение на публикацию, то что, чувак, ну, ты все равно там тебе прочитало всего 100 человек, давай я его публикую в игре, может быть, кто-то заинтересуется и прочитает. А снизу подпись, чья эта книжечка, и все, проблем нет. Как бы. Так, значит, первую часть счета мы взяли, только что дальше? То есть задание даже не обновилось. Так что мы дальше идем уже в... Или закончить... А давайте, наверное, я закончу. Почему? Потому что, ну, как бы... блин, ну полчаса делать ради одного щита тоже как-то. Давайте вот так вот мы до туда дойдем. И, наверное, в итоге по-любому закончим, потому что, ну, хронометраж серии-то соблюдать надо. Нам надо еще в заброшенный лес сходить. Кстати говоря, мы до сих пор задание, которое у нас сюжетное идет, ну, якобы, я так понимаю, это сюжетная ветка с Денисом Денисовичем, но вот, которая у нас идет, мы не смогли пройти, потому что мы заброшенный лес не можем пройти. Но заброшенный лес, я думаю, уже с автоматом я потяну и без ломки. Так что мы, наверное,
А где караван? Ну, мы, наверное, так и сделаем. Мы зайдем в цирк. Бартер сразу. Фидель, где там вода? У нас 71 рубль. Блин, на 36 рублей воды? 11 бутылок воды за 36 рублей? А не пошел-ка бы ты нафиг, честное слово, а? Ну, нифига он не ценит воду. Самое главное, пустую бутылку за 6 рублей продает. 11 бутылок с водой он хочет взять за 36. Чувак, ну, блядь, ну здесь математика прям вообще пипец. Останешься ты без всего, все. Херовый ты торгаш. Ну, реально, ну, по 3,60. Бутылку с водой он берет в два раза, покупает в два раза дешевле, чем продает пустую бутылку. Ну, это же издевательство, ну, согласитесь. Периодически сохраняюсь. Еще один караван. Что-то, да, по дороге действительно, мне кажется, и больше шансов встретить караван. Либо это просто так кажется. Правда, блин, караван что-то с пещерами давно не встречается. И мы голодные, надо будет поесть чего-то. Так, вот просто смотрим, разница ли в чем-то. 38 рублей. Ну, если честно, не особо разница. 9,2 патроны. Блин, за 141 рубль ты хочешь их купить. Прямо очень дорого. Ну, блин, ну надо. Секунду, во. Плюс 1 выживание. Плюс 3 общения. А, ну это ж всего 3. Это ж эффект к этому. Это ж не основной навык. Надо какой-то к основному. Вот там, к выживанию, к силе. Блин. А что мне и что я тебе могу отдать? Тебе могу самопальное ружье, в принципе, отдать-то. Так, но гранаты в городе стоили в аптеке 1008 рублей. Так что тут не сказать, что цены намного прямо... Ну, то, что у него фиговые цены. Вот мы ему мухоморов надаем. Лук мы оставим. Это все-таки еда. Она нам нужна. Чем-то нам надо будет лечиться. Это отдадим. Самое главное, купить он хочет за 28 у меня. Нифига себе, как громыкнуло. Не, ну давайте воду отдаем, что, других вариантов нет. Вон, дикарский щит можно отдать. Нафиг он мне нужен. Я все равно больше склоняюсь пока что к уклонению. К защите я не особо доверю защите, хотя, возможно, это и неправильно. Деньгами до балансе хотя бы. Так, ну ладно, все сделал. Нифига не Фиделю. Так. Так, мы сегодня дойдем до этого. То с этими караванами... Так, секунду, надо остановиться, поесть. А то мне постоянно в комментариях пишите, поешь, ешь, останавливайся, ешь. А где? Блин, а нафига ты сюда-то вошел? Я пожрать хотел остановиться, а ты уже мне вошел в заправку или как-то. Это же заправка вроде бы. Вроде да. Вот так вот. Отойди, остановись, костерчик разведи. Во, поедим сейчас. ЖД переезд какой-то. Так, давайте консервы сразу, они хорошо утоляют голод. Сотенка осталась, но человек всегда должен чувствовать немного голода. Не помню, кто это сказал, но где-то я такое слышал. Не сказать, что я прям с этим согласен, но часть логики в этом есть. Потому что, когда ты полностью сытый, ты не хочешь ничего делать. Хочешь действовать. Кстати, мы можем же еще с крысами разобраться в цирке. Надеюсь, что можем. Можно будет попробовать. Так что сейчас у нас, думаю, со следующей прям геймплей должен попереть. Потому что у нас нету ломки. Я надеюсь, я на крысах ее себе не заработаю.
Вопрос, кстати, кто знает, есть смысл вот к этим путникам вообще останавливаться? Или вообще не имеют никакого смысла? Так, все, мы пришли в цирк, и на этом, собственно, мы, наверное, остановимся. Серия получилась чуть-чуть короче, но ничего страшного, я не буду просто делить. Поэтому, чтобы по логике было, в этой серии мы искали щит. Да, мы искали его долго, в итоге я просто зашел. Я понимаю, я мог бы его найти за 2 минуты с помощью Вики, но я старался. По крайней мере, мы пообщались со всеми снова в отрадном, ничего нового не приобрели от этого. Но вот такой вот уж геймплей у меня, что поделать, ребята. На этом все. Подписывайтесь, ставите лайки, комментируйте, вступайте в группу ВК и в Телеграме, если хотите поддержать материально, до Наталья. Все ссылочки есть в описании. А на этом у меня все. Всем до следующих видео. Всем пока.